преддверии Дня Победы по улицам города начал курсировать троллейбус памяти. Салон оформлен соответствующими листовками. Иваново провожает детей блокадного Ленинграда. Работники колхоза «Пробуждение» сдают теплые вещи для отправки в подарок советским воинам. Здесь можно узнать, как город жил во время Великой Отечественной войны. Памятную акцию ко Дню Победы троллейбусное предприятие проводит ежегодно. Пассажиры такую инициативу воспринимают с воодушевлением. И поколение юное должно знать, а как же? Это память наша. У меня дедушка воевал, он прошел всю войну, и он остался живым, и Курской битве участвовал, то есть везде. А вот со стороны супруга оба деда погибли на войне. Троллейбус памяти курсирует по 11 маршруту. От железнодорожного вокзала по Шереметьевскому проспекту, через центр города и по Лежневской улице. Накануне праздника горожан ждет подарок. 8 мая мы пригласили музыканта, который днем в салоне троллейбуса исполнит на баяне мелодии песни военных лет. Ивановцев приглашают прокатиться на троллейбусе, подпеть баянисту и вспомнить, как ковалась та победа. Марина Зейна, Денис Железов, телекомпания «Барс».